в этом видео. Ставь лайк, если спите вот так. Что ж, вы сделали очень много 7D анимаций, хотя вас я и не просил. А вот Ксенон сейчас похихикает, потому что мы только начали запись и начинаем. А что, подожди, прям так резко? А как же поздороваться со зрителями, поставить лайк, попросить их подписаться на канал, оставить комментарий, колокольчик? Ребят, вы у меня и так умные, не слушайте его, вы это уже сделали, даже не нажав на видео, у вас все уже стоит. Видео называется «Клип 7D анимация Бимон». Я новый аниматор. Хоть это и не рубрика, я смотрю не до аниматоров, которые выскочила в подсказочке, но все равно давайте посмотрим, почему он новый аниматор. Нормально, слушай, уже экшена достаточно. Это экшен, тут тени есть, я даже в своих анимациях тени делаю, потому что у меня слишком мало времени дает, чтобы делать видео, но я делаю их для вас, лолки. Еще тут от этих гличей YouTube сузил качество. Ну или оно такое изначально. Опять на меня бусы напялили. Откуда пошел этот прикол? От меня. С каждой секунды этого видео бусы Ксенона становятся все больше и больше. При том, что у меня изначально была цепь, но в 7D. Блин, ну это вообще... Ну да, хорош чел. Тени проработаны, блики. Да, тени проработаны, это свечение, офигенно. Анимация рта. Ксенон делает вид, что шарит за анимацию. Я просто скажу классу, воу, переходим дальше. Видео длится почти как сам трек. Видео называется 7D клип коллаб Ксенон Мьюзик Бимон, особенно я не Лекс, не буди Икс Бро, а Юкери Стефан Пай. А что-то битмейкеров вначале пропустили, сразу начали с самого сока. Ну кому не пофиг на битмейкеров, да, согласен? Нет, стоп, я не это имел в виду. Кстати, я забыл вставить интро, поэтому прямо сейчас. Хорош. Мы среди фейковых зданий. Но вот этот один кадр, я понимаю, сколько времени было затрачено, я уважаю его, похлопаю даже. 360 градусов. Я давно это знаю, мы просто вот это переходы. Так. Это пока что один чел сдался. Ой, пиксельный ксенончик. Так, первый чел в коллабе. Очень даже хорошо показал себя. О, тебя разрезало. О. Опа. Скелетон эффект. А почему... Это мы опустим. Один плюс один равно один. Отсылку понял. Да, реально ученый, я реально псих. Еще кто кого держит, такое ощущение, что ты на него смотришь, типа, завались, и он сидит в клетке. Ну, это он может сидеть в клетке, и я снаружи смотрю, или наоборот. Ну, скорее всего, мой первый вариант. Не знаю, как это нарисовать, ну ладно. Ты чё? Опа. Вот это я понимаю. Подожди. Комбо. Комбо — это граната, типа? Да. А, мы не такие смыслы закладывали. Ну, у нас, по-моему, вообще нет смысла в тексте. А как же, подожди, а как же срекламировать вторую часть этого ролика, где мы смотрим мышапы ремиксы на моем канале? Ссылочка в описании. Опа. Опа. О, у тебя такой серый бро. Типа кошелек открылся. Я вообще просто выпал с того, как не буди здесь выглядит, это вообще орево. Ставь лайк, если спите вот так. Пау. Ага. Идем про Хагивай. А, жизнь Хагивай от рождения до смерти. Понял, отцов. А, это оп, глаз. Это все мы в тенях, понял? А. Ну, чисто АФК часть. Юкер на сходке своих подписчиков. Кстати, Юкер реально завтра едет в МСК. Или сегодня уже. Нормально, ссылки есть. Вот это переход.
я ничего не успеваю понять, но это ветки качают. Чего? Это психодел начался. Ну, вот это хорошая часть. Так, так, вот мне интересно вот эта часть с гличами, как будет выглядеть. Друга. Нифига тут. Вот это метаморфоза. Ну, не очень хорошая фантазия, прям видно. Хорош чел. Деду, это реально хорошая фантазия, прям. Это вот так вот на арабском будет. Клип 7D, первые 40 секунд. Видимо, на следующие секунды бюджета не хватило. И это в 4К видео, давай включим. Ксенон, где биты? Юкер-муха. Рука на бите. Медленный до сих пор трэп. Ананасовый трип. Ананасовое путешествие. Аксон. Ампончик. Этот мир нереален. Я давно это знаю. Мы среди фейковых зданий. Куда-то ходим кругами. Этот мир нереален. Я давно это знаю. Сильно. Да, супер. Ну вообще, мне все нравится. Поехали. Юкер-муха. Рука на бите. Ананасовый трип. Хабро. Аксон. Апончик. Этот мир нереален. Ух. Это знаю, мы среди первых зданий куда-то ходим кругами. Это прикольный стиль. Белый лайн. Ух. Офигеть. Блин. Обалденно. Нифига тебе анимировали. Уже короче, шикарно. Да, бесспорно, не спорю. Сейчас без этих шуток. Из-за ватермарки не видно, что там. О, костюм пингвина! Да не смотрели сниппет, это сниппета! Нифига. Ну, слушай, чел постарался тебе и влился просто. Ой, то есть другие люди. Пин-код. Пин-код. Смешарики. Я открываю комбо. Это попкорный кола. Уф. Дальше помню. Кола, по-моему, не такого цвета, ну ладно. Не важно, не важно. Спойлер от машины. Чего недооценен как юкер? Почему тут дурак онлайн или что это? О! Хорошо. Я лайк. Бюджет кончился под конец. Так, 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 так. Синон любит эту часть. Так. Аниматор, который должен был это анимировать, куда-то пропал, поэтому вы видите, это прикольно. Почему Дима красный? Какой-то Копатыч. Опа. Так, Юкер. Мы тут зависнем. Хорош, Юкер. Хорошо сделано. Мне очень нравится Юкер. Это что, подожди, это этот с тетради смерти. Эл, да. Похож. А, нет. А что с руками Покемона такая, короче? Воу-воу-воу, вот это кадр. О! И опять мне интересно, что там будет в этих гличах. У чел есть свой персонаж, он вот обнял. Заслуженно. 3D. Воу, 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 воу,
Ну реально, я поставил лайк уже, и мне поставьте за реакцию, потому что реакция — священный контент на Ютубе. Ага. Нифига, всех достал. Нормально. Ура, Алекса не берули. Теперь ачивка. Слушай, каждый раз интересно, как люди анимируют Энни Лекс и Стефана Пая, потому что Энни Лекс, она девочка, Стефан Пай, он... Ксенон тут такое сказал, вам лучше не слышать. Уф. Ух ты. Ага, хорошо. Какие мы тут веселые. Ну, как ты и сказал. Зачем мы? Под всем. Это очень красиво, это очень красиво. Чел явно сидел такой: мне не хватает эмоций. Надо больше эмоций. Давай, удиви. Во-во-во, вот тут, вот тут вообще до битмейкеров пофигу. Просто подпишись, поставь лайк. Нажми на колокольчик, да? А, ну все, готов. Давай, давай, давай. Давай, удиви меня. Погнали. Просто жесть. Это качество. Это... Сколько тут кадров? Моя голова закружилась от того, сколько я дышу. Тебя надо нанять мне на канал. Никто не заметит разницы. Опять подпишись. Ну-ка, сколько раз попросит подписаться? Я уже насчитал два раза. Чел время зря не теряет. Реально. А А где Роба? Часть цыпа. К этим фильмам уже привык, очень жаль, что новых не завезли. Ра! Я открываю комбо. А. Зато было не лень сказать «подпишись» два раза. Автору было лень делать эту часть. Ну-ка, так, все видео, надеюсь? Нет. Нас удивляют. Ноября, весь мир вокруг иллюзий. Я вас не хожу туда-сюда, прошу, не разбудить меня. Бюджета на одни сцены просто... То их слишком много, то их вообще ноль. Ну давай. Так, и нельзя, давай. Ага. Хоть неплохо. Всю нашу жизнь кто-то смотрит за нами. Снимает скрытый. Ну все, реально, все, бюджет на Энни Лекс кончился. Скорее улыбнись. Почему ты... Да, ну да, в принципе, что он там особенного делает? Просто можно было нарисовать, как он лежит и разговаривает лицом в пол. На бобике. Во-во-во, вот это самолет. Авиасейл. Это дерево. А, я думал, это кнопка пауза. А, давай. Ты сейчас так трулит было. Воу-воу-воу-воу, монтаж супер. I like this montage, man. Зациклили, зациклили. Не реально, как всем-то. Это изначало. О, аниматянка, я видел, это видел. По-своему оригинале. Когда стал аниматором, но не в ТЦ. Легендарный Теперь-то точно конец. Бимон Ксенон 7D клип анимация 39 просмотров, и это вышло 60 минут назад. Мне интересно. О, я помню этого аниматора. И мне стиль очень знакомый, да, что-то знакомый вообще. И как будто видел 100 раз. Нормально. Посмотрим. О! Анимировали битмейкеров, жесть. За это лайк сразу. Офигеть, офигенно. Охренеть!
анимировали. Вот такое ананас начало, мне нравится. А на чем? Это вообще что происходит? Это вот этот мир нереален, я давно это знаю, мы с хорош. Да ты чё? Да ладно, а да как... ладно, да ладно. Лего анимация. Сидим в кинозале и смотрим целыми днями на нашу. Это же кино в 7D. А чё ты заключённый? Минимализм. Да. А, всё, всё, бюджет кончился. Превьюшечка, превьюшечка, превьюшечка. Чёрт. Ра. Чего? И 2005-го комбо-набор какой-то, типа. Реально. О! Передаю микро. Еще текст. Тупо, мультивселенная. Мультивселенная, согласен. Робу, просто летсплей из Roblox. Да прошу, не разбуди меня. Биткоин! Паша же в биткоинах зарабатывает. А, реально. Опа! Анимировали они Лекс. Лайк, можно второй? Анимировали. Анимировали. Да. Прикольно. Опа. Бороды Шреку добавили, получился Дима Банов. В принципе, так и есть. Алло, это не Дима Банов, это уже Стефан. Не обязательно рисовать. Нифига. Офигеть, сколько кадров. Ну это прикольно, вау. Но это необычно. Да. Подожди, там что было? Лайк, подписка, комментарий, что-то такое, да? Нам на подсознательном уровне это 25-м кадром дали. Надеюсь, ты меня ставят ссылку. Спасибо за просмотр, я тебе пытал. Вот это да, нормально. Текст очень фактурный. А. Прикольно. А, это оригинально. У челов очень все круто с фантазией. О! Вот это нормально. Прикольный прием. Да. Всех вспоминаем, типа, в конце, и вообще классно. Оригин... О! Все-все сразу, да? А. Фиксбро такой. Розовый фиксбро. Офигеть. Вот этот Пегил просто вытащил в соло весь этот класс. Хорошо, что он Пегил. Офигенно, просто супер. Это точно конец. Это офигенно, вообще супер. Lizard Studio, если вы студио, то молодцы. Если вы не студио, все равно тоже молодцы. Бимон, Ксенон, 7D, анимация. Так, опять Джожо отсылки, а почему у меня грудь? И смотрим целыми днями на нашу жизнь. Ты же кино в 7D, будто бы живу во сне. Тут засылки сплошные. Реально. Повторяется кадр, ну ладно. Я так тоже делал. Ну хорошо, 0 лайков, я буду первым. Офигеть, у челов даже 0 лайков. Ого, что это за превьюшка? Офигеть. Ага, нифига, все сразу играют. Так, игру в разные стороны смотрят. Ну, Дима Банов, что это за переход? У тебя телефон с ушками X-Bro был, получается, нормально. Походу. А пончик! Я давно это знаю, мы среди фейковых зданий куда-то ходим кругом. Этот мир нереален, я давно это знаю, мы просидим кинозал. А, через рот переход. Это же кино в 7D. Опять? Аватар. Аватар, кинотеатр, да? Ты там посидел во сне, что ли? Вот такой норм, будто посидел. А почему я говорю вместо Ксенона? Ну ладно.
Вон, фига, у тебя мерч. Что это? Инстасамка, если я не ошибаюсь, была. 2022 это средняя, а 2023 это ужас. Слушай, алло, а можно без спойлеров? О, по-моему, этот кадр я где-то видел. Да, ну мне кажется, это могло быть. Знаешь, могло, быть рядом, могло быть совпадение, но да, подозрительное что... слишком. О-о-о, ну да. Отсылка на 2D3D. Ну вот это хорошо. Я поплыл. Я жду, когда с превьюшки будет анимация, типа. Да-да-да. У нас камера. О! Рядом со мной мои бро. Передаю микро. Зачем так много? Мультивселенная не будет. Мультивселенная не будет продолжаться, теперь он жопа зеленая. Зачем так много эффекта синекрасного? Вот это зачем вы разделили каналы? Это типа для ТикТока. Хорошо. Энилекс? Анимировали. О, нифига. Что, подожди, что? Ты что, гроб? Да. О, кто-то смотрит за нами, и сразу ты. Опа. Опа. Тусином. Так, Юкер. Это 9 миров. Отсылка на Генри. Ага. Нормально, нормально. Наваливаем анимации. Нифига тут мухомор. А чё такой уставший? Нифига тебе. А, даже были беседы для этого. А, кому-то было не лень. Даже мы не создавали беседы, чтобы делать СМД. Да, чтобы вы понимали. Улетели с веревкой. Так, интересная анимация, хорошее начало. Заслужив нашего внимания. Так, Рин, 1000 подписчиков. Между прочим, у прошлых было 964. Должен быть примерно тот же уровень анимации. Так, интересный текст, давайте разглядим. Тут Б такая прикольная, наверное. Е еще такая прикольная. М, О, Н. Так. Да, грустно. Загрузка началась. Конечно, мой учитель по географии бы меня убил за такое. Ну да. Покраснел. Нифига. Чё, Крючин? О, Крючин ученый псих. Офигеть, я волосы выкрасил. Так, если даже я так нарисован, мне интересно посмотреть на других. А, ну, я вижу уже по времени. Ноября, весь мир вокруг иллюзий. Я во сне брожу туда-сюда. Прошу, не разбуди меня. Нету монеты, но я не бросил видео. Новые мемы редко заводят, но я не заводен. И все. И все. Конец, походу. 7D Clip Fanmade от Bimona, Xenon, Nibudia, Nidex, особенно Юкер, Стефан Фай, Xbro, PG, Nibanti. А за что тут банить, интересно? Ананасовый трип. Это всех скукужило. А! Чё за вкусная точка была, логотип? Опять нога. Опять нога.
Ух, кстати, анимация рук интересная. Приемы прикольные, ребята, используйте. Да. Здесь Стив замочил. Это я, когда премьерка не рендерит сегодня. Тебя жопы замочили. Что за бред? Подожди, он его потыкал в жопу? Я понял, почему тут написано «Пожени банты». Во-во-во, вот это анимация РТА. Анонимус. А, стрелять, понял. Тогда надо вставить в начало видео. И я реально вставил. Вот это перевоплощение, понимаю. Стоял. Когда после 9 класса пошел в 11. Вот это я понимаю, что он так. Гостики, нолики вместо пресса. Понимаю. Опять копирование. Так, 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 давай в этот момент. Скачать спецэффект онлайн без смс. Ага. Иксбро рассказывает стишок на уроке литературы. Ты реально не пойму, это один и тот же человек, да, как? Теперь это точно конец. Это забавно, это забавно. Анимация на 7D, Арик, Байк, Синон, Бимон и так далее. О, стиль. Стильно, стильно, стильно. Нормально. Камера из этого, из блендера вроде бы. А, да, слушай, чел шарит. Нифига тебе. Слушай, Максутка, я тебе в комментарии напишу, молодец. Че, увидел какой-то супер крутой момент сложный по анимации? Давай еще раз. А, да, слушай. Жесть. О, нифига ты, марионетка. О, бэкрум. Запаристая работа. Вам! Охренеть, 22 секунды нормально тут навалили. Такое ощущение, что вот это коллаборация. Мне очень понравилась смена цветов. Мне очень понравилось видео. 7D, но это анимация. 20 секунд. Этот мир нереален, я давно это знаю. Мы просто сидим в кинозале и смотрим целыми днями на нашу жизнь. Это же кино в 7D, будто бы живу во сне. Все не наяву, поверь. Майнкрафт — это сон. Это же кино в 7D, будто бы живу во сне. Вы сделали очень много анимаций, мы посмотрели все, что могли. И я хочу вас порадовать, те, кто еще не успел доделать свой фан-клип на 7D, у вас есть ровно один месяц. Через месяц мы начнем записывать реакцию, и будет вторая часть реакции на ваши анимации. Ну а пока что смотри видео Ксенона, где он смотрит ремиксы и мэшапы на трек 7D, и смотри мое прошлое видео. Всем пока. Я устал это монтировать. Поставьте лайк, пожалуйста.